Наталья Фатыхова переехала в солнечную Анапу из Красноярска полгода назад. Пенсионерка каждый день прогуливается по набережной. Наталья Павловна тщательно следит за питанием и старается вести активный образ жизни. И считает, что профилактика – дело необходимое. Я сильно-то на здоровье не жалуюсь, но слежу. Поэтому я как бы прочитала в интернете, что можно пройти здесь, проконсультироваться, и поэтому решили мы с мужем поехать. Регулярные медицинские осмотры – ключ к долголетию. Инсульт – одно из опаснейших заболеваний. Подразделяется на два вида. Ишемический – это закупорка тромба. Возникает она внезапно и может наступить даже во сне. И геморрагический – разрыв целого сосуда. Особенно высок риск инсульта при активной физической нагрузке. Изменение артериального давления, повышенном уровне сахара и холестерина. Чтобы обезопасить свое здоровье, нужно соблюдать ряд простых правил. Это ведение правильного образа жизни, контроль обязательно артериального давления, оберегать себя от стрессов, от вредных привычек, сигареты, алкоголь, затем нагрузки, умеренные нагрузки. Да, человек должен активно вести активный образ жизни, движение – это жизнь, как говорится. Но умеренно, умеренно. Если сидячий образ жизни, то обязательно какие-то движения на работе, чисто вот профилактическая гимнастика. Если физический труд, то эти физические нагрузки, нагрузки надо все-таки как-то коррегировать. Затем питание, прежде всего питание. Как говорят врачи, статистика неутешительна. С каждым годом количество пациентов, перенесших инсульт, растет. Спасти человека можно, если вовремя распознать болезнь. Прединсультное состояние сопровождается головной болью, повышением давления и слабостью. Также человек не сможет сделать простые действия – улыбнуться, одновременно поднять обе руки или четко произнести свое имя. Если вовремя обратиться в больницу, можно избежать весьма опасных для здоровья последствий. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.